Здравствуй, наша Юля! Здравствуйте, Ирина! Молодечек, какая умница! Это особенные ребята и особенная женщина. Ирина Окунькова работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья уже 10 лет. Говорит, занятия музыкой – полезная терапевтическая деятельность, которая поможет ребятам в детском саду и школе. К малышам с ограниченными возможностями здоровья пойти было страшно сначала. Вот. Но постепенно искала методы работы, подходы, потому что ребята все разные. Посвятить себя работе с особенными детьми Ирину сподвиг ее сын Дима. Ему 12, диагноз ДЦП. Несмотря на физические ограничения, Дима интеллектуально сохранный ребенок. Кстати, у педагога есть и старшая дочь Соня, ей 23 года. Но, конечно, практически все время Ирина сейчас занимается сыном и учениками. Во-первых, надо ребятишек любить. Во-вторых, ну, для меня они обычные дети. То есть я... Уже давно потеряла вот эту грань, что вот они какие-то другие ребятишки. Есть очень талантливые, прямо звезды. У Ирины больше 20 воспитанников от 5 до 20 лет. В их копилке много побед и призовых мест в конкурсах разного уровня, в том числе и международных. Ну, Ирина Анатольевна такая добрая, добрая, строгая, наверное, ругается-то. Ирина и сама недавно приняла участие в конкурсе «Супермама». Кстати, на участие, признается Ирина, решилась не сразу. Настояла дочь. Визитка, дефиле в вечернем платье, творческий номер и демонстрация любимого блюда – шарлотки из тыквы. Ее вкус покорил всех без исключения. И несмотря на то, что другие участницы были достойны, Ирина уверенно одержала победу. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.